ажурные конструкции. Вот эти снесли, это была вот эта форма башни. Ну, это церковь такая точно Да. По всей России делал. У него это архитектурный вот это мысль с металла он делал, как бы ажурные конструкции, которые требовали меньше металла, но прочность у них была выше. Шухов — это как бы известная фамилия такая, архитектор, строитель, да, как бы архитектор. Вот он павильоны какие-то на выставке делал где-то еще до революции. Там. Все у него красиво.